Удобный поиск без лишних затрат. Блокчейн-стартап BitClave через полминуты после запуска продажи токенов CAT привлек более 25 миллионов долларов. Для участия в проекте CAT зарегистрировалось более 64 тысяч человек, и почти 13 тысяч из них смогли их приобрести. Проект BitClave занимается разработкой поисковой блокчейн-системы, благодаря которой компании смогут получить данные пользователей для осуществления таргетированной рекламы. А клиенты будут делиться информацией о себе в обмен на токены, контролируя доступ к ней. По словам главы BitClave Александра Бессонова, следующим шагом проекта станет вывод системы на рынок, выпуск SDK с открытым исходным кодом и заключение партнерских соглашений.